Бодрого утречка всем. У нас сегодня 10 утра. После тренировочки 5 уроков. И потом сегодня самолет в Ташкент летит. Судить царевы. Стапчик со мной полетит. Ну а пока работаем. Утренняя разминочка. Начинается всегда с... На бэквардах, да, решил? Доброе утречко всем. Ну все, я в Ташкенте. Остапа взял с собой, чтобы скучно не было. Вот тут уже гоночки будут. Время 6 утра, мы заселяемся в гостиницу. Ну, удобненько. Раз, и гоночки. Ну, попозже покажу, догляжу, пока не лучше. Стап, кстати, тоже выглядит не очень. Он никогда очень не выглядел. Очень не очень.